Часть юношей уже прошло призывную комиссию, то есть мы уже практически 2 месяца работаем, готовимся, точнее, к весеннему призыву, да, то есть оформляем необходимые документы, приглашаем мальчиков сюда, беседуем с ними. Уже приезжали представители президентского полка, значит, в этом году отобрали 4 человека в президентский полк, но все они попадут или нет, тут еще сложно сказать.